Без особых очередей, но один за одним граждане России записываются на экзамен по латышскому языку. Сегодня последний день, когда это можно было сделать с гарантией, что успеешь сдать экзамен и продлить постоянный вид на жительство в срок до сентября. Причины, почему не пришли раньше, разные. На нас дети граждане Латвии, да, поэтому есть, что можно как и воссоединение, тогда не надо сдавать временный вид на жительство. Будем подумали, да, и решили, что язык надо сдавать. Надо, значит, надо. Я знала, что сегодня последний день, да, но у меня мазмайта, ну, внучка, записывала меня, а получилось так, что без электронной подписи зарегистрироваться нельзя. И поэтому я тут работала 4 дня, мне все рабочие дни совпадали с этими приемами. Потому что мне пришлось сегодня поменяться на... с рабочего дня сняться и прийти на последний день, чтобы записаться. А вы к экзамену готовы или еще в процессе? В процессе. Ну, как бы я знаю, умею что-то, ну, прочитать и это самое могу, но не знаю, как высказаться правильно. Из опрошенных полностью готовыми к экзамену никто себя не чувствует. Присутствует и стресс. Репетитор есть. Надеюсь, да, но шансов мало. У меня таланта к языкам нет, поэтому... У сына есть запросы на английском, на французском. А у меня ни к какому языку нету. Получается, получается, но только через час я забываю. Возраст не тот уже, инсульт, ну, сами понимаете. Сейчас общалась по-латвийски. И писала, и все было хорошо. Ориентировочно я готова, потому что я здесь выросла. А с другой стороны, не знаешь, какие вопросы будут, это все на нервах. Знаете, сейчас вроде помню, а на экзамене это можно все забыть. Уже большое количество лет, так что все может быть. Ну, вот этот вот уровень стресса, насколько сильно ощущаете вообще сейчас? Ну, честно, я даже шла подавать эти бумаги. У меня уже внутри все дрожало. Заявки можно было подавать с 1 февраля, так что процесс длился почти 2 месяца. Я хочу сказать огромное спасибо за сотрудничество. Общество опубликовало очень много информации о том, как подать заявку. Было также много помощи от родственников. Это сотрудничество и обеспечило качество подачи заявок. Мне кажется, все были удовлетворены, всех обслужили, не было никаких претензий ни от тех, кто подавал заявки, ни от родственников. Я надеюсь, что и сама сдача экзамена так пройдет. Согласно подсчетам Центра содержания образования, с февраля записалось примерно 7500 человек. Но это все равно даже не половина всех, кому этот экзамен сдать нужно. Всего таких людей примерно 18 тысяч. Им теперь придется ждать следующей возможности. Следующий процесс регистрации для граждан Российской Федерации, скорее всего, начнется в мае или в июне. Нужно следить за информацией. Сами экзамены могут начаться в августе. Впрочем, те, кто не подал заявку сейчас, скорее всего, не успеют сдать экзамен и продлить постоянный вид на жительство до сентября. Во всяком случае, не все из них. Это значит, что в сентябре их постоянный вид на жительство превратится во временный. А дальше неизвестность. Экзамены начнутся 11 апреля и пройдут до конца июля. Евгения Копылова, Микола Бастанджиев, РУСЛСМ.